Поговоримо, пане Денисе, от з того, що сьогодні наговорив Данілов, з тих рішень, які, певно, будуть ухвалені указом президента, юридичний аспект, яким ви бачите? Бо ви завжди критично висловлювались до цього про два попередніх засідання, говорячи про те, що юридично вони недосконалі. Що нині думаєте? Понимаете, вот если бы я вышел судьей на футбольный матч, а вместо футбольного матча объявили, что сейчас будут шахматы. Вот дайте, как можете посудить шахматы по правилам футбола. Вот точно так же, ну, меня на каждом эфире спрашивают, дайте юридическую оценку. Но нет здесь юридической оценки. Невозможно оценивать с юридической точки зрения там, где нет права. Это абсолютно волюнтаристское решение. Ну, правильно сказал коллега о том, что это способ повысить свой рейтинг, это пиар, для того, чтобы отвлечь людей от более важных проблем. А які коллега можуть бути важливіші теми? Пан Дениса, да. Ви знаєте, от мені абсолютно все одно, буде піаритись на цьому Володимир Зеленський чи не буде, будуть рости в нього рейтинги чи ні, але якщо це допоможе нам у вирішенні питання війни, то мені абсолютно байдуже, що буде з його рейтингами, чесно. Якщо це спрацює на плюс... Вам важно, кроме того, чтобы вы могли работать, получать зарплату, чтобы ваши дети могли безопасно ходить в школу, чтобы страна развивалась, росла экономика. Это не только вас, это каждого нормального человека интересует. А вместо этого мы обсуждаем сейчас то, что сказал Данилюк на РНБО. Данилов, только. Данилов, да, извините. Вместо того, чтобы обсуждать насущные проблемы, которые действительно волнуют украинцев, мы обсуждаем, что сказал или не сказал Данилов, какие шаги сделал Зеленский для того, чтобы вырос его рейтинг. В этом задача, когда не хватает хлеба, его компенсируют зрелищами. Поэтому, вот, как говорил известный классик, шоу must go on. Шоу должно продолжаться. Сейчас, правда, серия неудачная вышла, там или актеры подкачали, или сюжет неудачно выбрали, потому что на фоне предыдущих серий как-то так вяленько смотрится, скучное лицо у Данилова было. А вы чего очековали? До прикладу, можливо, заборони партии певных, еще конечно, потому что градус должен повышаться по законам жанра. Как там идет повышение, потом удар и катарсис. Но вместо этого, ну, скучное лицо это в этот раз было у Данила. Никто денег не даст, да. Поэтому, ну, уже не так буду ждать следующей серии. Та, ну... А может, это так специально задумано? Не будете чекати, а потім раз и буде... Та, ну, я додам лише, що скучное лицо, то в іншого харківського політика. Пан Денисе, ви бренд не перебирайте.